Всем привет, Серега, город Краснодар, с вами подписчики, Олег, привет, печники, привет, зрители, привет всем. Хотел бы немножечко вам показать, чем я занимаюсь на объекте. В общем, ну, некие тонкости, они есть у меня. То есть в Ютубе вы можете найти, в телеканале Пламя, там мои есть, ну, по установке дверей, как я делаю, собираю. Печи разные, под казан, барбекю, печи Помпеи. В общем, я не люблю судить чужую работу, потому что каждый видит по-своему, у каждого свои взгляды на некий подход к печи. То есть, ну, просто как бы бывают такие вещи, что, ну, я не могу без внимания оставить и хотел бы вам показать. Когда непрофессиональные печники пытаются сделать какую-то печь, ну, просто элементарно, ну, хотя бы возьмите, откройте книжечку, там, почитайте, там, как-то, ну, посмотрите ролики, да, как это все делается. Хотя бы, да, есть там ошибки, совершите какие-то там, ну, не везде все сказано, то есть мой опыт, он собирался годами, по крупицам, понемножечку. И путем ошибок, и переделывал были такие моменты, ну, по-всякому. Вот, поэтому сейчас немного о том, как делаю я печь. Ну, то есть, посмотрите, да, ну, некие моменты. И покажу вам печь одну, которую мне человек попросил выложить огнеупорный кирпич. Печка готова, но нужно выложить огнеупорный кирпич. Я сначала не понял. Но когда приехал, конечно, я удивился. И даже не знаю, смогу ли я помочь этому человеку. Ну, предлагаю ему, говорю, давай потихонечку пробовать. Времени у меня особо нету на тебя, но мы будем поэтапно что-то делать. Потому что когда мы затопили обыкновенную бумажку, рядом вот с барбекю был столик, красивый двор у него. Там прям человек сделал очень красиво все. И попросил как-то это все огнеупорный кирпич. Ну, чтоб без грязи, ну, я думал, размеры сниму, ну, я так понял, что внутри может как-то там на ребро, ну, не знаю, говорю, мне нужно посмотреть. Ну, приехал, конечно, сейчас вы все увидите там, ну, просто не знаю, ну, все равно, как бы, да, есть люди, которые начинающие печники, да, вы должны, как бы, ну, пробовать, всегда бывает первый раз, ничего страшного нету, и ошибки, ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот. И так вот немного о себе сейчас, чем я тут занимаюсь, и посмотрим ролик, как люди, ну, так сказать, испортили, человек заплатил деньги, они ему испортили мангал. Приехал посмотреть печь, ну, нужно облицевать шамотным кирпичом, я не понял в смысле, как облицевать. Ну, в общем, вот такая конструкция, делают, строят дома, и такие барбекюшки. Ну, человек уже навел порядок везде. Ну, думаю, ладно, сниму размер топки и сделаю шамот дома, нарежу, чтобы здесь не разводить бардак. Ну, в общем, такую конструкцию, конечно, оцените. Сечение 27 на 14. Ни свода, ничего нету, блин. Дым упирается в потолок и выскакивает. То есть бумажку зажгли, все в дыму. Как бы, ладно, понятное дело, погрешность на ветерок. Ветерок бы там гулял. Ну, просто, ну, куда угодно, только не в трубу идет. И труба выложена, если видно, сопли даже не затерто, ничего. Настолько прям. Нет. А, они еще кирпичи в воздухе. При нагревании они будут отваливаться. Здесь уголка нету. Просто в воздухе все висит. Ну, при хорошей топке, как бы, это все полопается, подпадает. Вот такие у нас есть в Краснодаре печники. Вот так вот.